Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Владелец имени к своей цели стремится достичь исключительно собственными усилиями, не попадая в зависимость от других. Этим людям характерна внимательность к жизни. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Человек с этим именем более всего ценит свободу. Их жизнь напоминает неустанную борьбу за возможность самовыражаться. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. «В» – значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Удачными днями для этого имени, находящихся под управлением Солнца, считаются также все даты с числом 2 и 7. 2, 7, 11, 16, 20, 25 и 29 – числа каждого месяца. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Может быть и великодушным, сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.